ты смысл просто. Знаешь, там захожу, там путевые берут с вечерской. Понятно, там ты идешь в трюм. Наступна зупинка – перша станція Гвоздовської дороги. Наступна зупинка – кінотеатр «Вимпел». Вулиця Луніна. А ти не туди поїхав, тебе ж кружовний. Вона була на перший, а з дому не заберешся за второго порожня. А, да? Все справа. Зараз ісправ, ну пішов. Ну, купив, що таке було, обіщать, запомнив. Що тут буде? Зараз ісправ. Він сам смотриш, що неадекватний. Цепляет порожня, он пошел все стороны к этому, на него тепло больше было. И потянул головой обратно. Был кружовник, да, ну мы отстегнули, он забрал эти порожня, кружовник. Там же пришел чем-то к смене, свой достаточно задачу. Сколько? Почему человек вообще не обидит? Потащил его туда, в горный раз. Вообще-то ладно, этот тип. Наступна зупинка. Вулиця Суднобудівна. А до этого, когда должен был идти туда обратно, залазит опять на вагон, и между вагоном стоит, и смотрится вагон. Слез. Вообще не меня. Короче, мне не начальник. Я с ним разруливаю. Кружок наверх.
пришел, мы вчера вместе с ним там, и пацаны там, разрубили информацию ему закрыть. Если бы в море эти вагоны, он вообще не понимал. Наступна зупинка п'ята станція Фонтанської дороги. Четверта станція Фонтанської дороги.
сурово кто-то писался. Наступна зупинка вулиця Армійська. Станція Фонтанської дороги. Проспект Гагаріна.
Наступна зупинка Політехнічний університет. Наступна зупинка – вулиця Пироговська.